лучшие из лучших в составе нашей делегации. Это рабочие, строители, труженики полей, деятели науки и культуры. Вот знатный в Армении председатель колхоза, герой социалистического труда Закар Закарян, инструментальщик Степан Фагразян. Издавна виноградная лоза и камень были символами Армении. А сегодня к ним прибавились десятки других. Нацеленные в небо телескопы «Бюракан», лазеры, ЭВМ, радиоэлектроника. Да, сегодняшние наши достижения – это успех всей страны, потому что на строительстве армянской АЭС, Ереванского метрополитена, тоннеля Арпасеван трудились специалисты 80 национальностей. Конечно, достижения нашей республики могли бы быть более весомыми. Сегодня мы откровенно говорим о наших недостатках. Признавать их, конечно, и горько, и трудно, но именно это и помогает перестраиваться. По установившейся традиции, еще одна голубая ель появилась у павильона, где развернута юбилейная экспозиция. Появилась как знак братства и дружбы народов нашей страны. Хочу добавить, в программе Дней Армении на ВДНХ СССР дискуссии, конференции, ярмарки и театрализованные представления, выступления мастеров искусств.